Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, Dead in Vinland, и у нас уже 67-й день пребывания на этом острове. Наверное, большая половина из этих дней была дождливая. Мы все время мокли и страдали от ветра, шторма и от уныния. 3 дня до уплаты долга, но я думаю, что с веревками проблем не будет. Хотя это не долг, почему я называю, мы ничего не должны. Отбирают, самым наглым образом отбирают у нас полезные вещи. Но мы знаем, где брать коноплю, мы знаем местного барыгу, поэтому с веревками проблем не будет. Ну что ж, начинаем новый день. С чего мы начнем? Как обычно, с чего начнем? С проверки. Здесь все хорошо. Значит, я все ремонтировал, наверное, в прошлый раз, да? Перед сохранением. Да, я хотел бы проверить их черты, потому что перед ночевкой все быстро я проскочил, и я, может быть, не заметил чего-нибудь плохого, от чего нужно избавиться. Вот, например, обжора. Ну, это такое, пройдет. Пройдет, ничего страшного. Головная боль, вот это плохо. Рост, ну и то не страшно. А вот порезы, а главное лихорадка, вот это да. Слушай, от лихорадки лучше бы избавиться. А сколько? Шанс 70%, да? Ну я не хочу тебя куда-нибудь помещать-то. Может быть, давай-ка смастерю флакончик, может быть сразу вот... Да давай 2, почему нет? Почему нет? Сиси у нас заслуживает. Заслуженный у нас выживатель. Вот сразу черта излечена. Ну и хорошо. Кстати, один день, по-моему, последний остался бафа боевой пес. Поэтому, Валюр, ты обязательно... Я хочу отдыхать. Я хочу отдыхать, чтобы найти случайный специальный предмет. Вот хочется мне. Поэтому, Валюр, ты будешь отдыхать. А дальше... Кари у нас, естественно, будет искать сражений. Эрик у нас возвращается на рубку дерева. Сиси у нас заканчивает прочные материалы. Дальше. Дальше. Блоди унывает. Этот тоже унывает. Но надо в саду-то работать. В саду работать. Нужно собрать пшеницу. Но, может быть, в следующий раз... А в загонах что? В загонах можно доить. Можно доить. Ладно. Только успевайте передоить. Вот они уже надоели мне. Давай тогда садись сюда. Блоди, садись сюда. Что, пиво или без пива обойдемся? Да давай уже, наверное, режим пирушки. Хотя и без пирушки мы сможем справиться. Ну, чтобы прям уж по нулям убрать это уныние. Ладно, давай так. Леди Томе. Выбрать направление... Какое выбрать направление? Я сейчас возьму в котле, снова сделаю соль. Отправлюсь к нашему барыге, скучающему мужчине, и выменю коноплянку. Базовые ресурсы. 30 конопли. 20 соли, пожалуйста. Давай, знаешь, все, сегодня мы у тебя затаримся прям по полной. Давай еще. Соль. Пока с солью у нас проблем не наблюдается. Слушай, ну чтобы не бегать туда-сюда, давай-ка еще разочек. Можно было бы еще, но я не буду тратить время. 100 листочков. 100 зеленых отборных листочков у нас есть.
Поэтому, леди Тамая, ты сейчас, наверное, подожди. Ты сейчас выберешь направление и будем делать вот так. 15 веревок, да? Хорошо. Охота. Шана. Двигай, наверное, на охоту. Этот, который идет помогать Эрику. Юстас, который. А бабуся у нас отправится... Кстати, с охотой надо один разочек и все. А бабуся у нас отправится... А бабуся... Может, на рыбалку бабусю поставить? Много, конечно, не наловит. Лагерь сбора фруктов тоже очень как-то не очень. И лес рубить надо поосторожней. В общем, надо беречь природные ресурсы, беречь их. Так, ну, давай-ка на этом мы, наверное, и остановимся. Поехали. Все точно. Надеюсь. Состояние лагеря теперь будет ухудшаться еще на 15% меньше. Пиво зачерпнули. Уныние убрали. Все в ноль. Молодцы. Возбуждена? Да, Анжела, не думает об этом. Веревки начали плести. Так бы хорошо кому-нибудь поставить, чтобы за один разочек в следующий раз это все сделали. Вода наполнилась. Здесь немножко. И здесь немножко. Шесть молочищ. А если здоровье дойдет до 100, то что будет? Выра подрастет овца, что ли, или что будет? Три наживки. Ай, бабуся, бабуся. Расслабилась ты, да, очень сильно расслабилась, и поэтому вот такой вот эффект и получился. Шана апнулась. 6 кусков. Да, расстроена. Понимаю тебя. Скрытность растет. Вдвоем 15. Ну, вы даете. Кари, ну а твои там как... Похождение. Озеро закончили. А на озере... На озере можно порыбалить. Вот что на озере можно делать, я помню. А что еще на озере? Чем еще заниматься, да? Так, ну поехали. А, и надо было Шани, хотя сейчас нельзя улучшить... Элитный пьяница, берсерк. Сразу берсерк мне не очень нравится. Ладно, давай движение назад просто сделаем. И прицельный выстрел, и будем пулять в берсерка. 6. Карри. Он простой. Отражения урона у него нет. Поэтому Карри просто его быстренько выносит. Дальше, Карри, ты пуляй в рабовладельца. 8, ничего себе ты запулила. Двигаемся вперед, Блоди. Блоди, давай-ка... подожди, нет, вот это, насмешка же я хотел. Ну, хотя бы передвинула его, ну ладно. Ну, грохнуть мы его, конечно, не сможем. Ну, ударить, почему бы и нет. Хотя, если бы крит пришелся бы на другую...
Да. На другое число урона можно было бы и закончить. Рабовладелец. Снизил нам, да, уклонение, минимальный, максимальный урон, но это... Это не страшно. Я думаю, что сейчас все прицельные идут в этого алкаша. Он, блин, элитный. Так в него трудно пробить. Конец хода. С рабовладельцем Блоди сама там разберется. А мы уже как-нибудь... Слушай. Вот. Давай еще разочек. Два. А Блоди тогда ты можешь со всеми обоими... А, подожди, здесь в ноль. Я не могу его пробить, ничего себе. Ну и ладно. Конец хода. Угу. Три? Эх, я не думал, что даже так будет. Жаль. Капля здоровья, но все равно жаль. Бин, бурдюк, ткань, помидорки. Озеро. Ловить рыбу. Ну, Мойра, рыбачка наша. Вы забрасываете удочку, готовясь провести остаток, как бы не так. Рыба сразу клюнула, как будто эти глупые рыбы сами прыгают. Вытащить. Можно вытащить. Я помню, что я тогда вытаскивал сразу, но можно найти цель побольше. Я не знаю, повезет, не повезет, но я не думаю, мы не страдаем, в принципе, от недостатка калорий, поэтому давай я рискну найти цель побольше. Да, хренушки вам. Вы используете ту рыбу, что у вас на крючке, чтобы привлечь добычу покрупнее, и снова вам не приходится долго ждать. Вы начинаете вытаскивать рыбу из воды. Ух ты, клянусь всеми богами, она просто огромная. Вытащить ее оказалось непросто, вы уже на полпути к цели, когда леска неожиданно рвется. До свидания, ужин. Но Мойра все равно продолжает улыбаться. Тогда будем ловить рыбу руками. Скрытность растет. Две рыбки. Знаешь что? Давай-ка, Блоди, а ну-ка, вперед. Давай, мы тебе тоже скрытность чуть-чуть улучшим. Нырнуть. Бабушка, иди. Только закрываем все глаза, бабушка будет исследовать дно, расслабиться. Давай исследовать дно, бабуля. Уныние уходит, талисман на удачу приходит. В лагерь. Поиск. Все-таки. Блоди это хорошо. Может, кому-нибудь еще там? Да ладно, нет, Блоди. Блин, где-то есть? Держи. Держи. Кстати, Валюрчик, я тебя засылаю за полезной штукой. Бабуся у нас Гудрун садится сюда. Подожди, а... Может быть... Нет, ну ладно, потом. Там еще мясо можно будет достать, но ладно, котел. Выбрать рецепт.
туда-сюда, можно еще... Ой, ну это очень снизит интенсивность, надо, наверное, поменьше. Вот так. Так, бабуля, дальше. Ты идешь, естественно, становишься сюда. Кари, естественно, здесь. Вы вдвоем продолжаете рубить дрова. Шанна. Инициатива, очки действия, отражение эффектов, минус крит. Не хочу минус крит делать. Жаждущий кровопролития. Ну, скорое правосудие. Зов гор. Горное дело. Угу. Давай-ка все-таки потерпи, но... Меткость. Непоколебимый. Ладно. Не такое уж прям замечательная черта, но... Пригодится. Хотя можно было бы и дальше, наверное, попробовать. Ну ладно, что сделано, то сделано. Итак, Шана. Возможно, мы... Возможно, мы пойдем лечиться, потому что... Не хочется видеть вас такими израненными. Блоди, садись сюда. Блоди, садись сюда. Дальше. Может быть, может быть. Может быть, может быть. Шанна. Есть кто-нибудь еще раненый, кому требуется помощь? Может быть, тогда Эрик? И Шанна сядет сюда. А Мойра, блин, ну она так унывает. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Потерпим. Палатка целителя сосредоточится на увечьях. Сосредоточится на увечьях. Дальше. Ты здесь на добыче дерева. В мастерской надо решить. Вообще, это главная, наверное, проблема и цель, что, чем мы сейчас будем заниматься. Ну, в шахтерском лагере я ничего сейчас не могу лучше сделать для... Это я уже давным-давно сделал, повышает добычу камня. Это все развито. Единственное, что усталость осталось уменьшить, но... Этого не хочется делать. Что я могу сделать сейчас полезного? В экспедиционном лагере я бы хотел сделать второе место. Вот, позволяет двум персонажам заниматься, да. Давай вот. Блин, ну веревки. Ну и чего там, ничего страшного, веревки. Прямо что? Веревки. Веревки у нас будут, да, Блоди? Веревки у нас будут, они должны быть скоро. Причем. Дальше. Леди Томея. Топай сюда. Сосредоточься на поисках семян. Не очень твое любимое занятие, но почему бы и нет. В общем, так мы и решим. Поехали. Мастер просто лечения. Усталость, ну, конечно, уныние. Но я надеюсь, что все с тобой будет хорошо. Сиси, ты можешь это сделать сразу? Да, экспедиционный лагерь улучшен. Позволяет двум персонажам заниматься исследованиями. Ну и хорошо. Блоди? Их... Не дотянули. Ну, с водой прям хорошо наполнилась питьевая водичка.
талисман на удачу. Да ну ладно, ну зачем? У нас столько этих талисманов уже. Жареное мясо. Ужасное блюдо. Вкусная жареная рыба. Что-то наготовили. 7 семян прям. Молодец, постаралась. Ну и все. Всю пшеницу мы забрали. Уныние. Эх. И прям без боя, да? Прям без боя. Хорошо. Это подлатать. Это подстучать. И все у нас в норме. Так, про огонь не забывать. Ни в коем случае. Ни в коем разе, ни в коем случае не забывать про огонь. Блоди. Поиск. Но зато рост опыта будет меньше. Может быть, рост ранений. Давай, это, наверное, будет тебе не лишним. Хотя, вот, ну нет, а вдруг? Что-то такая хорошая будет черта боевая. Так, вдруг очки действия. Давай еще. Проклят судьбой. Зов земли. Зов смелости. Эх. Отражение эффектов. Не знаю. Чпунь. Изворотливый трус. Точность. А? Все не то. Сумасшедший берсерк. Максимальный урон, но зато здоровье минус 2. Ну, здоровье нам никак нельзя. Хотя, если черты. Стальное здоровье плюс 2. Здоровье плюс 4, 6. Нет. Может быть, непредсказуемый. Минимальный урон снижен. Давай последний раз. Вот, максимальный урон, проклятый судьбой. Ладно, все. Вот это я остановлюсь на этом. На этой черте достаточно будет. Да, теперь я проклят. Проклят. Ну и ладно. Избавимся от этого проклятия. Через недельку. Все, заканчиваем. Конец дня. А, подожди, что заканчивает. Давай-ка, Блоди, тогда использовать предмет вот этот для тебя. Конец дня. Кари, иди сюда, дочка. Мы пойдем на охоту. Да? Ура! Ура, ура, ура. Вот так, охота. Радости-то сколько. Но почему ты такой серьезный, пап? Какие-то проблемы? Я просто хочу провести время с моей маленькой дочкой. Знаешь, я вообще-то уже не маленькая. Мойра говорит, что я почти женщина. Да знаю, я знаю.
Давай притворимся сегодня, что ты все еще моя крошка, и что мне есть, чему тебя научить в обращении с луком. Но я... Конечно, конечно, пап. Смотри-ка, как пошло все замечательно. Первый, кто поймает кролика, победил. Ты проигрываешь? Моя малышка, в ней кипит жизнь. В ней кипит жизнь. Что я наделал? Боги, заберите всех, но пощадите ее, молю. Вина на 3 дня. Вот уже депрессивный. Зато охота плюс 5. Сырое мясо, ничего себе. Ага, обезвоживание. Давай, чпунь. Далее, по-быстрому глотайте это все. По-быстрому это все заглотнули. И давай, что там, вкуснятинку раздавать. На, карри треской. Шана где-то у меня. Сиси. Хрумчат. Так. Чё-то вы сильно голодные, а? Обжора добавлена. Ну, сырое мясо я пока оставлю. Молоко можете немного выпить. 3 надо оставить, чтобы сырок сделать. Все, далее поехали. Чуть побыстрей. Поехали. Боевой пес убрано, но это будет долго. Депрессия. Давай-ка я посмотрю. Вроде бы ничего плохого не должно быть. Вроде бы ничего плохого не должно было быть. Хорошо. Солнечно. Ничего себе. Прям солнечно. Что у нас тут на сушилке? Ну, блин, покрали все. Что, зайцы приходили? У меня все эти мои ягодки украли. Положу я это сюда. И это все подстучу. Ну что? Поехали дальше. У нас есть 2 места теперь в лагере. Может, Блоди, ты пойдешь, а? С дочкой? Может, ты пойдешь с дочкой? Ловкость туда-сюда. Все это, конечно, пригодится. Так, давай-ка, ну это пока так, предварительное у нас. В мастерской. Что мы можем выбрать еще? Котел. Рыболовный лагерь. Охотничий лагерь. Ранение во время охоты, но здесь веревок много надо. Здесь надо много веревок. Здесь опять веревки. Не хочется что-то сейчас... полив растений, практически вообще не поливаем их. Усталость во время садоводства. Может быть, может быть. Может быть и так. Запасы воды. А вот это, наверное, я сделаю сейчас. Бочка с питьевой водой. Сделаю сейчас. Потому что сегодня солнце, а завтра, как всегда, пойдет дождь, а может быть и шторм. Поэтому терять лишнюю и дармовую воду не очень-то хочется. С веревками у нас проблемы, но проблемы эти временные. Сейчас у нас кто-нибудь, даже леди Тамоя, сядет и закончит эти веревки. Сиси, у нас бочка с питьевой водой. Но нам нужен лес. Я бы поставил тебе в помощь, но мне нужен лес. Поэтому Эрик все-таки отправится сюда. Что у нас, кстати... Вот, шахтерский лагерь, смотри, потихонечку он уже восстанавливается, уже позеленел. Ну давай, давай, давай еще. Давай еще. Чуть отвлекся. Ладно. Блин, Блоди, конечно, ну ей надо во всем разбираться. Пускай вникает в дела исследовательские.
На охоту мы идем. На охоту мы идем. На рыбалку сейчас посмотрим, кто пойдет. А кто пойдет? Мойра у нас пойдет, знаешь, что делать? Мойра пойдет у нас пиво пить. Мойра пойдет пиво пить. Единственное, что ей нужно найти кого-нибудь, с кем ей это будет приятно делать. Эх, сейчас бы... А почему бы и нет? Ладно, сниму тебя сюда, а сюда поставлю этого проходимца Юстаса. Пускай заканчивает. Дальше. Валюрчик. Нам нужна твоя команда ФАС. Нам нужна твоя команда ФАС. Бабуся Гудрун пойдет на рыбалку. И сад нам нужно вскопать. О, смотри, какая большая уже овечка стала. Ничего себе, взрослая овца. Кстати, нужно подстричь ее немножко. Обросла. И сырок сделать. Нужно стратегические запасы. Где-то 20 сыра сделать, а остальное все съедать. В общем, так и начнем. Поехали. Если что-то запутались, перепутались, то я думаю, что ничего страшного не будет. Вперед. 20 дерева отлетело. Бочка с питьевой водой почти построилась. Уныние в ноль. И здесь уныние в ноль. А сколько его было много? Ремесленник с тебя никудышный, но ты все-таки выполнил задание. Веревок теперь стало 38. Здесь это все побыстрее промотать. Вспашка как прошла. Здесь удачно. А здесь тоже дорыл, докопал. Вот молодец, вот молодец. Боль в спине — это плохо, вылечим. Бабуська Гудрун тебя натрет какой-нибудь мазью. А может быть, флакончик тебе приобретем. Мудрость у нее просто на 100. Курки, мяски. Вот Эрик молодец. Дрова он рубить мастер. Уныние, правда. Исследование растет. О, левел ап у Кари. Это хорошо. Усталость. Усталость, ну, понятное дело. И бой. И бой, ну, понеслось. Лучник. И элитный лучник. Поэтому лучше, наверное, делаем движение назад. Он просто будет доставлять нам уйму проблем. Один. А, Блоди. А попробуй Блоди сделать вот так. Двоечка. Отражено. Хорошо, а мы еще раз так. Троечка. И отражено. Вот же гад противный, а? Ладно, Кари. Бабах. Щитница, будем бить ее. 10. С ума сойти. С ума сойти. О, да. Бросок топора. Но он пролетел хорошо, что мимо. Ну, давай. 0-3. Троечка. Но Блоди здесь сама разберется. Я думаю, что конец хода. Блоди. Бабах.
Давай щитом его треснем. Дадах. Кари. Да. Слабо, но... Но ничего страшного. Это еще нам везет. Это еще нам везет. Могло бы и не повезти. Шана. Троечка. В полном порядке. Веревочки как раз до нормы добрались. Вот, по одному камню, замечательно, железки. Все это хорошо. Копится и собирается. Кари, мне хочется посмотреть. Глупый акробат? Нет. Хотя уклонение тут, смотри-ка, инициативка плюс один. Тоже вроде бы неплохо. Ну, давай еще разочек. Осторожно, нападающий, но инициативу я тебе не подрежу. Ай. Не хочу инициативу. Мясник, минимальный, максимальный урон. Инициатива. Ну, настолько ее убирать, это... Крит. Блин. Жаждущий кровопролития. Да. Ну, в общем, ладно. Можно максимальный урон, но здоровье минус 2. Ну, может быть, мы ее будем беречь? А? Нет, не знаю. Ничего не... Все. Все пролистали, ничего хорошего нет. Максимальный урон плюс 2. Но здоровье минус 2. Возьму я. Вот это... Будет, конечно, нам тяжело. Но мы постараемся. Буду кормить ее хорошей едой, чтобы у нее здоровье было хоть немножко, чуть побольше. Ладно. Что там, лесочки? Опа-ля, хорошо хранимая пещера. Да вы что? Так, давай подлатаю. Осмотреть. Вы видите большой вход в пещеру, он хорошо охраняется. Охрана, кажется, скучает. Отвлечь охрану? Ну давай отвлечем. Ловкость, скрытность. Ну, наверное, Кари, если отвлекать, то, наверное, ей. Сейчас здесь слишком много охранников. Если вы хотите попасть в пещеру, вам нужно придумать, как их отвлечь. Придумать план. Да, оставить попытки. Интеллекта-то у нас нет. Давай бабуля, может, она как-то отвлечет их. Придумает план и все такое. Придумай план, бабуля. Отлично. Вы придумали отличный план, как избавиться от трех охранников, чтобы остальные ничего не заметили. Сначала нужно расставить ловушки неподалеку от входа в пещеру. Нужно 3 ловушки. Вернуться позже. Ага. Нужно 3 ловушки. А 3 ловушки, я так понимаю, что... Подожди. Они же... В горне делаются, да, ловушки-то. Одна ловушка, 2 ловушки, а нам нужно 3 ловушки.
Ловушки нужны, я так понимаю. Поэтому будем делать их в любом случае. Будем делать. Хорошо, Блоди Карри, вы здесь. Рыбалкой и охотой нужно, наверное, подзавязать. Или со заготовкой, наверное, тоже заниматься не надо. Поэтому... Может быть, Сиси сделает ловушки. Ты здесь? Мойра пойдет стричь овец. В саду мы все вскопали, садим пшеницу. Ты становись, собирай семена. Что там, лагерь сбора фруктов нормально? А у кого лучше собирательство? Собирательство 42 или у Шаны? Что бабуля, что Шана, без разницы, в принципе. Но Шана-то посильнее, покрепче. Давай, собирай свежих фруктов. А бабуля у нас, естественно, она идет готовить. Готовить, и в котле у нас выбрать рецепт. Выбрать рецепт. Сегодня будет много мяса. И много рыбы. Вот так. Единственное, что, конечно же, разжечь, наверное, по полной. Ладно, пускай так. Проверить статус. Ты будешь отдыхать, Валюр. Ты будешь отдыхать. Леди Томе, чем ты будешь заниматься? Чем ты будешь заниматься? Леди Томе у нас пойдет. Блоди. Да Леди Томе пойдет, посидит, отдохнет в тенечке. Ничего страшного не будет. Так, ну, а подожди, а этого же тоже нужно балбеса Юстаса куда-нибудь придевать. Пускай дерево, иначе я тоже сейчас загроблю этот лагерь. Юстас. Юстас. Иди отдыхай, ладно. Так, ну поехали. Усталость, усталость. Бочка с питьевой водой. Ну, ремесленник хоть куда уже. Две веревки всего лишь. Вот два железа. На эти ловушки драгоценнейшее железо. Ну, надо, надо. Как-то в пещеры нужно попасть, наверное. Ну, хотя ловушек у меня не будет сейчас, на данный момент. 17. Ужасное блюдо. Вкусное жареное мясо. Жареное. И жареная рыба. Голодными не останемся, я думаю. Давай чуть побыстрей. Подзамучился немножко. Подзамучился. Открыто. Поляна, подожди. Бой.
Бой-бой-бой. Собрались. У нас Кари сейчас с пониженным здоровьем. Нельзя об этом забывать. Поэтому, блин, элитный разбойник. Надо Блоди постоянно теперь ее контролировать. Давай движение назад делай. И прицельный выстрел будем убирать или элитного разбойника, или же рабовладельца. Но я думаю, что мы давай начнем с рабовладельца. Троечка. Кари. А нет, Блоди. Блоди. Трескай убийцу. Два. Трескай его еще разочек. Один. Замечательно. Дальше на Кари. Кари. Делай, наверное, так. Пятерочка, да? И, а ну-ка, четверочка, если засадить, попробуй. Пять. Мощно, конечно, но не критануло. Не критануло, конец хода. Рубящий удар. Ну, это хорошо. Мой на Кари. Мимо. Мимо, но передвинул. Ну, это, наверное, последнее, что ты сделал. Шана. Ах, по двоечке всего лишь. Угу. Кари. Кари, ну жалко твои стрелы тратить на этих доходяг двоих. Давай так. Давай так. Шесть. Хорошо. Давай так. Блоди. Бамс. Блоди. Бамс. Конец хода. В ноль. Так. Чпунь. В полном порядке, в полном порядке, в полном порядке. О, сушеное мясо еще привалило. Сколько разных порошочков. Надо их как-то состыковать, эти порошочки. Темная пещера. Ничего себе. Осмотреть. Вы видите отверстие в камне, похожее на глубокую нору. Вы вполне можете пролезть туда. В глубине норы слышны летучие мыши. Почему бы не залезть внутрь? Наверняка там что-то интересное. Да, залезть туда. Попробуй. Давай проверю окрестности сначала. О-о-о. Охота или ремесло? Ремесло или охота? Давай охота. Вы решаете осмотреться, надеясь найти что-нибудь интересное. Через несколько минут вы замечаете следы на земле. Осмотреть следы. Отлично. Вы видите два типа следов. Есть следы борьбы, такое ощущение, что здесь дрались люди, даже видны пятна крови, а потом одного затащили в пещеру. Второй тип следов — следы грызунов, похоже, их тут много. Да. Ну нет. Вы пытаетесь соорудить ловушку, но из того, что здесь под рукой, а это совсем немного, к сожалению, ничего не получается. Давай войдем внутрь. Опять же попробую Кари. Вы входите в пещеру и осматриваете. Здесь очень темно, почти ничего не видно. Было бы разумнее взять с собой факел. Кто знает, что прячется в темноте. Сделать факел, ага.
А труда-то нету. Замечательно. Назад. Не стоит рисковать в лагерь. В лагерь я сейчас быстренько сделаю труд. Сделаю, конечно, торговать. Надо было не профукивать этот труд. Специальные предметы. Давай мне делай труд один. За 20 шкур. 20 шкур отдал. Неважно. В лагерь. Войти внутрь. А, нет, подожди. Кари пойдет. Сделать факел. Как следует осмотревшись, вы видите, что пещера раздваивается на два туннеля. У входа в левый туннель видны пятна крови. Подожди. У входа в левый туннель видны пятна крови. Ну, пойдем налево тогда. Где пятна? Вы движетесь по каменному туннелю с непреодолимым любопытством. По пути вам попадается множество боковых туннелей, которые образуют целую подземную сеть. Тут целый лабиринт, поэтому вы предпочитаете остаться в главном туннеле и идти по кровавому следу, чтобы не заблудиться. Через несколько минут вы замечаете дюжину мертвых грызунов, висящих на крюках. Их кровь течет по камням. Вы вздрагиваете при мысли о том, что означает это зрелище. Кто-то был в этом туннеле незадолго до вас, и этот кто-то наверняка сейчас очень близко. Какие у него намерения? Не очень-то хочется столкнуться с ним лицом к лицу. Идти дальше, смелость. Вы решаете снять грызунов с крючков и забрать их с собой. Если вы заблудитесь, они будут вашим единственным источником пищи. Вы идете дальше и видите все больше крови. Вскоре все стены покрыты ей. Куда же вы залезли? На крюках висят человеческие тела со вспоротыми животами. Их внутренности находятся в деревянных ведрах. Вы едва сдерживаете подступающую горлу тошноту. Повсюду витает приторный запах крови. И зрелище тут явно не для слабонервных. Тошнота на 3 дня. Тот, кто все это сделал, наверняка где-то поблизости и знает о вашем присутствии. Вы быстро оборачиваетесь, кажется, вам послышались шаги, но за спиной никого нет. Вы начинаете терять самообладание, так дело не пойдет. Нужно немедленно уходить отсюда, пока факел не погас. Вы не хотите встретить того, кто устроил эту бойню в кромешной темноте. Вы бежите назад, все время опасаясь, что вот-вот кто-то выскочит из бокового туннеля. К счастью для вас, по пути выход вам никто не встретился. Вы обещаете себе больше никогда туда не ходить. Исследователь пещер добавлено. Вот и все. Вот и все. Исследователь пещер. Ну, может быть, это и хорошо. Исследователь. А, исследование у нас на 100 просто. Да. Исследователь пещер. Исследование плюс 10. Да. Надо о дровах позаботиться в следующий раз. Сушилка. Кстати, что там? Сад все высадили же, высадили, все нормально. Все, заканчиваем это все. Заканчиваем. Привет, я Юстас, а ты? Да, мы тебя не знаем, да? Как будто Кари. Дикарка, мне это нравится. Ты предпочитаешь не говорить, а действовать, не так ли? Смотря с кем. Я видел, как ты скачешь и ползаешь по лесу. Ты очень сильная, дорогая моя, это впечатляет. Этот псих следит за мной, что ли? А? Да. А меня это не очень впечатляет. Я молодая, может, мне поэтому легче. Вот ведь паршивка. Эх, не так уж я и стар. Я уверен, что смогу показать тебе пару трюков. Знаю я, что ты хочешь мне показать, и не хочу смотреть на это. В общем, что-то не пошло у них. А как-нибудь потом. Пока. Да. Трюки. Знаем мы твои трюки. Обезвоживание у всех. Надо же, давно такого не было чуда. Быстро выпивайте все. Кари, трескай. Шмяк, 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 шмяк. Шмяк, шмяк. Обжора. Так, ну чуть-чуть не досталось у нас Блоди.
Это мы поправим ягодками. Голодать-то никому не хочется. Так, вкусная пища убрана. Убрана обжора. Убрана вкусная пища. Порезы вот ушли уже, замечательно. Рвота. Вот, боже мой. Ну, будем лечить, что делать. Ой, жалко, мясо немного пропало. Ну, ничего. Солнечная. А я бочки настроил. Скоро, наверное, будем становиться добывать. Еду забрать. Подсохло. Здесь что-то стащили. Ладно. Повесить. Да пускай уже все висит и сушится. Ну что ж, на этом, наверное, все. В следующий раз пойдем, капкан сделаю, да пойдем там пробираться в эту пещеру. На этом все. Спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч, конечно. Пока.